Михайлович. Лейда Карловна. Узас. Узас. Голубка, боже мой, Лейда Карловна, неужели вы подались в террористы? Люди говорят, это модно. Нет, нет. Ой, боже мой. Я взял этот вещь почистить, и вот. Ой. За что же вы прострелили небо над нашим мирным городом, Лейда Карловна? Лейда Карловна, голубушка, все в порядке, кроме одного. Что? Мы ужасно проголодались. Да. Просто... Конечно, да. Конечно. Момент, момент. Ужас. Пожалуйста, не курите. Послушайте, уберите папиросу. Да не волнуйтесь вы так. Ну вот и все. Это что? Серная кислота. А бомба? Сейчас будет. Знаете, вам лучше уйти. Полагаете, я боюсь? Может быть, и не боитесь, но только мало ли что. Ну, как скажете. Постойте! Я тут написал прощальное письмо революционной молодежи России. Не рановато ли прощаться? Я же сказал. На всякий случай. Возьмите, пожалуйста. Все будет хорошо. Вы не нервничайте. Я абсолютно спокоен. Гершуни Григорий Андреевич, Герш Исаак Ицкович из Ковенских мещан, один из основателей партии эсеров и руководитель ее боевой организации с диктаторскими полномочиями. Циничен, предприимчив, на товарищей действовал гипнотически. Ой, Пафос. Сработало? Сработало. Угу. Но не вовремя. Как так? Аккуратней. А вот так. Бах и все. Сарай в щепки, его мелкие клочки. Жаль. Сам виноват, мальчишка. Я говорю, времени. Жаль. Это верно. Чем заряжаешь? Стряхнином. Мышьяк надежнее. Проверим. Проверим. Ты что, я ж пошутил. Ну вот и проверим. Ненавижу шутки твои. Молодец. Павел Нестерович, в пар головы труп. Труп? И что ж, по нашей части? Глицерином взорвали. Глицерином? Нитроглицерином. Едем. Какая разница? Ну, глицерином. Кого взорвали, известно? Да вроде мужик.
Остальное по стенке размазано. Евграфий Петрович, а можно без лишних подробностей? В нашем деле без подробностей нельзя. Сыск вести, не задом трясти. Посторонитесь. Отойдите. То есть, это как ваше благородие? Кто смотрит, и выцепление живет. Отойдите в сторону. Виноват, ваше благородие. Смотри, ну-ка. Да не виноват. Отступите на два шага назад. Слушаюсь. Слева, слева пройди. Что ж тут? О, смотри, смотри, слышу приказы, что ли? Нашли там что-то. И смотри, смотри. Отцепить не только сарай, но всю территорию. И под ноги смотрите. А я Органис. Евграф Петрович думает, что это организм. А вот мне сдается, что речь идет о какой-то революционной организации. Если к этому добавить листовку «Революционная Россия», то картина складывается пренеприятнейшая. Для нас террористические средства не есть какая-то самодавляющая форма борьбы. Террор лишь одно из родов оружия. Технический прием. Ну как? Складывается. Печать хорошая. Корректор грамотный, все профессионально. Сможете выяснить, в какой типографии печатали? Попытаюсь. Люди добрые, помогите, пожалуйста. Возьми колокольчик. Спасибо. Сохранит вас Господь. Третий день ехали. Люди. Мерси. Сохранит вас Господь. Барин, подай Христа ради. Папка болел, папка погиб. Балмашов Степан Валерьянович, из дворян Архангельской губернии. С детства предан революции, сын народника. Участвовал в студенческих беспорядках. Арестовывался, подвергался административным наказаниям. Ну, барин, ну что ж так долго-то, братец? Чего долго-то, там мастер, зараза? Я еле проскочил. Давай. Че давай? А деньги? Прости. Вот. Ладно. Бархатная краска. Вы, парень, довольны будете. Данцевская. Спасибо. Заходите. Спасибо, братец. Да не за что. Ты чего? Мужайся, братец. Ага. Недолго ждать свободы. Ты заходи, парень. Парень, подай за Христа ради. Третий день не ем. Денег нет, честное слово. Но я тебе скажу, мужайся, брат. Копеечка на баре, ну не жалей. Как же тут мужаться-то не емши третий скоро день, скоро все будет, скоро, ну, верь мне. Ну копеечку-то. Посторонись. Сатрап. Так точно, ваше благородие. Истинная сатрап. Ихнее сиятельство Дмитрий Сергеевич Сипягин. Здравствуй, товарищ. Ну что, привезли? Да, товарищ очень надежный, хорошее, светлое лицо. Бог с ним, с лицом, главное, чтобы краска хорошая. Иван Николаевич прибыл к нам из Берна для работы. Азеф Евгений Филиппович Евна Фишелевич из гродненских мещан. Окончил политехнический институт в Дармштадте. Инженер-электротехник, член ЦК партии эсеров. Курировал боевую организацию. Партийный псевдоним Иван Николаевич. Иван Николаевич, простите, а это ваше настоящее имя или партийный псевдоним? Шу, такие вопросы не задают. А, простите, я просто интересуюсь псевдонимами. Пошли. Я у станка. Пошли. Странный малый. Да нет, предан делу, готов на любые жертвы.
просто романтик непроходимый. Признал меня? Да. Так, ну послушай, скоренько. Достаточно. Отдохните немного. Да я совсем не устал. Не надо строить из себя героя. Поберегите запал для настоящего дела. Да я настоящего дела не боюсь. Для меня революция в терроре. И болтайте поменьше. Будет вам настоящее дело, будет. Когда? Скоро. Гершуни сказал мне сегодня, что боевая организация возлагает на меня большие надежды. Я молюсь на него. Он большой человек. И Иван Николаевич чувствуется тоже большой человек. Надо бы мне подумать о партийном псевдониме. Ангелочек мой, все спрашиваю, за что небеса послали мне тебя? Наверное, в награду за тяготы государевой службы. Каждый божий день жду я встречи с тобой, как праздника. Душой и телом я всегда только с тобой, мой милый ангел. Как станешь отвечать, отсылай в голубом конверте. Обещаю, он будет скрыт первым. Милый Диди. Господа! Сипягин Дмитрий Сергеевич из старинного дворянского рода, с 900 года министр внутренних дел, второе лицо в государстве, идейный консерватор, барственный, честный, недалекий, ценивший маленькие радости жизни. Ваше высокопревосходительство, позвольте представить вам группу титулярного советника господина Путиловского. Не вижу титулярного советника. Честь имею представиться, титулярный советник Путиловский. Почему не в форме? Ваше высокопревосходительство. Я вас не спрашиваю. Почему не в форме? Специфика работы, ваше высокопревосходительство. Чиновник Министерства внутренних дел? Есть опора государя и защита его подданных. Стыдиться мундира есть первый признак распада государства. Вы об этом не думали? Никак нет, ваше высокопревосходительство. Плохо. А почему он не стыдится? Прикомандированный выпускного курса Императорской Михайловской артиллерийской академии поручик Берг. Благодарю за службу, поручик. Рад стараться, ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство, задача группы – скрытая борьба с началами терроризма. А они не должны привлекать ничего внимания. А почему не должны привлекать внимание? Почему? Пусть все видят, знают. Вот идет защитник обиженных и угнетенных. Надежный щит. А для кого-то карающий меч. Так точно. Прошу, господа, не будем стесняться лучшего в себе. На службе, только в форме. И лишь, если действительно потребуется, в особых случаях, то, конечно, поручика отметить.
Слушаюсь. А это лично ваше содержание. Теперь, что касается Сипягина. Центральный комитет одобрил наш выбор. Хорошо. Но интересуется, когда? По маршрутам министра ведется работа. Как долго? Центральному что сказать? Для полной картины требуется время. Недели три. Минимум. Минимум? У министра много маршрутов. Один из них очень интересный. Закройте форточку. Дует. Сипягин, Сипягин. Иван Карлович! Ваня! А ну посмотри. Черт. Не свисти, денег не будет. Данцигская. Ага. Квартира, конечно, пуста. Только одна банка из-под краски. Краска та самая, данцигская. Не успели мы, Павел Нестерович, не успели. Ну, информация-то хотя бы надежная. Обижаете, Павел Нестерович. Я эти-то дворника допросил с пристрастием. Ох, любят кулаки наши дураки. Он хоть и не христ, а понимает. Все время твердил. И Пякин, и Пякин. Сипягин. Чего? Сипягин. Спасибо, Ваня. А я не догадался. Кстати, дворник рассказывал, что террористам кто-то давал совет. Какой совет? Как убить Сипягина. Организация. Какая-то организация. И в прощальной записке погибшего студента про то же было. Организация. Организованный, спланированный террор. Подождите, господа. Если тот безумный, который предлагал мне мужаться возле типографии, как-то связан с этим советом, то скорее этот совет заседает где-нибудь в сумасшедшем доме, и мы зря так беспокоимся. А если твой безумец сейчас тоже где-нибудь говорит, если этот нищий, который клянчил у меня милостинку сотрудник охранного отделения, то это охранное отделение находится в сумасшедшем доме. А что скажешь, Ваня? Не будет. Будем думать, что нам сплошь противостоят дураки и сумасшедшие. Тот юнец не более чем исполнитель. За ним другие люди. Не глупые и не сумасшедшие, я надеюсь. Надеетесь? Разумеется. А ты прикинь, Ваня, угадай, что может сумасшедший выкинуть на следующий день. Не дай Господь. А студентик это нормальный. Немножко взволнованный я его вел, но революционеры, они все взволнованные. На сей раз взрыва не будет. Я убежден, после взрыва в Парголово они не рискнут, не должны. Они будут стрелять. Угу. Я считаю, только стрелять. Совершенно согласен. Стрелять. Второй вопрос. Кто? Кто исполнитель? Я не понимаю, почему вопрос? Это не вопрос. Мне еще с прошлого года было обещано. Почему тебе? Я в корпусе был лучшим фехтовальщиком. Мы здесь, кажется, стрелять собрались, а не фехтовать. Я! Хватит! Ликвидация Сипягина поручается Балмашову. Спасибо. Ни в коем случае. Не желаю, чтобы за мной надзирали. И вообще... Помилуйте, ваше высокопревосходительство, кто посмеет надзирать за вами? Я говорю лишь о том, что места, где вы бываете, необходимо взять под неусыпное наблюдение. И речи быть не может. Но, однако, по сведениям господина Путиловского... Все эти сведения вздор. Вздор чистой воды. За что на меня покушаться? Я, слава богу, честный человек, в жизни никого не обидел. За что?
только за то, что я добросовестно исполняю обязанности, вмененные мне государем, ей-богу, смешно. А так ли уж опасны эти революционеры? Опасны, ваше высокопревосходительство. Сами по себе кружки не опасны, ваше превосходительство. Но чтобы загубить человеческую душу, достаточно одного решительного безумца. Я не верю в беспричинную злобу. С вашего позволения, повторюсь, основой деятельности своей, я полагаю, служение государю. И не вижу в этом ничего предосудительного. Можете идти. А я смотрю, вы наконец-то в форме. Молодец. Идите. Сазонов Яков Георгиевич, начальник охранного отделения. Женат на бывшей курсистке, передовой женщине. Сторонник гуманных мер. Осторожен с начальством. Любимое словечко – конспирация. Какие будут приказания, Яков Георгиевич? Не знаю. Ей-богу, не знаю, если главный жандарм России уповает на всенародную любовь. Не знаю. Его высокопревосходительство предан своему долгу. Да-да-да, безусловно, как и мы все. Так точно. Ну вот и выполняйте свой долг. Если позволите, мой долг состоит в том, чтобы обеспечить охрану его высокопревосходительству. И кроме того, я буду вынужден проследить все маршруты его высокопревосходительства, и не только служебные. Если я ясно выражаюсь. Ясно, ясно, ясно. Чего уж там? Охранять охраняйте, но следить за министром я вам запрещаю. Прошу. Евграфий Петрович. Дело чрезвычайно тонкое. Надобно аккуратно, не вызывая ничьих подозрений, проследить все внеслужебные маршруты министра. Павел Нестерович, это же запрещено. Без благословения за это голову снимут. А если с ним что? Тоже ведь снимут. Да. Куда ни кинь, всюду клин. Да ладно, Павел Нестерович. Бог не выдаст, свинья не съест. Я думаю, что мы разберемся в этом своими силами. Да, я согласен с вами. Стоп. Вот этот дом, Екатерининский канал, 118, принадлежит вдове капитана первого ранга госпоже Муравич. Ныне сдается в наем некой девице Соколовской. Олимпиаде Георгиевне, но платит не она. Сипягин. Да. Это любопытно. Ну, значит, я не зря вас сюда привез. Есть также сведения, что он с завидной регулярностью наезжает к девице Соколовской всегда без охраны. В те же дни, когда приехать не может, является фельдъегерская служба и забирает от нее конвертики. С некоторых пор конвертики, как правило, голубые. Интересная деталь. И очень может нам пригодиться. Действовать будем здесь. Пойдемте отсюда куда-нибудь. Да, конечно. А вот еще. Только ты одна.
понимаешь меня без слов. Так и есть, душа моя, так и есть. Какой же ты хороший, Диди. Ты лучше всех. Благодарю тебя, мой ангел. Что же ты вздыхаешь? Ведь тебя все любят, все обожают. У тебя даже врагов нет. Это ты так считаешь. А мне вот охрану хотели приставить постоянную. Как раз от врагов. Какие же дураки. Тебе без надзора не смог бы приехать. Ну уж нет, не позволяй. Не позволь, мой ангел. Не позволь. Зачем так дергать спусковой крючок? Это же не солдатский наган, а система Джона Браунинга. Движения должны быть мягкими. И потом не надо долго прицеливаться. Рука устанет, глаз начнет слезиться. Сейчас проверю стряхнин. Давайте, давайте. Объект не бутылка, стоять спокойно не будет. Волноваться начнет. Еще раз, быстрее! Вошел, увидел, пристрелил. Да не могу я. Я не могу работать, когда животное мучается. Да? Видать, стряхнину маловато. Я же говорил, мышьяк надежнее. Нет, стряхнин. Только дозу побольше. Теперь можете. Теперь могу. Эк, вас разобрало-то. Как же вы в человека стрелять будете? Собака не человек. И к тому же не сатрап. Она-то за что мучается? Сейчас. Я сейчас. Павел Нестерович, Екатерининский канал, дом 118. Отлично. Соколовская Олимпиада Георгиевна. Отлично. Пошлите туда Берга, пускай присмотрится. В форме? Бог с вами, Евграф Петрович. А не осерчает его превосходительство? Не ровен час приедут, а поручик не в форме? Их дело серчать, наше действовать. Пускай переоденется и живо туда. Слушаюсь. Ваня, одевайся в рогожу. Что, опять христорадничать? А то! Только ты не волнуйся, Ваня. Я рядом с тобой кучером постою. И не держи спину так прямо. Издалека видно, что офицер. В прошлый раз у типографии так выпрямился, я думаю, честь отдашь. Так ведь я тогда министра увидел, и как-то само собой. А если сейчас министра увидишь? А? Вам почта, барышня, от Дмитрия Сергеевича. Спрашивают, ответ будете писать? Конечно. Смотри, Мария, какой офицерик симпатичный. А, так он и вчера здесь прогуливался. Когда Дмитрий Сергеевич были. Вот как? Должна охрана. На меня смотрит. Чья охрана? Ну как же, барышня, ведь Дмитрий Сергеевич к нам наезжает, потому охрана. А вот как интересно. Диди им охранять запретил, а они охраняют. Никакого почтения начальству. Вот я ему сейчас отпишу.
Милый Диди, ты говорил, что запретил подчиненным охранять тебя. А они все равно охраняют. Неслыханная дерзость. Установить за мной негласный контроль. А то с позволения сказать охрану, не удосужились даже переодеть. Они в форме околачиваются возле... Да. Ваше высокопревосходительство, я и сам не понимаю, как такое могло произойти, чтобы в форме... Не может быть, чтобы это была охрана. А что же, по-вашему? Я в силах ответить на этот вопрос лишь после того, как допрошу этих мнимых охранников. Но для этого мне необходимо знать, где они находятся. Ваше высокопревосходительство, ради бога, скажите, где? Где обнаружена охрана? Есть вещи, которым я не могу делиться ни с кем. Прошу меня понять. Я понимаю, ваше высокопревосходительство. Вы ничего не понимаете. Идите. Вы свободны. Господин Путиловский, вы что, с ума сошли? Никак нет, ваше высокоблагородие. Кто? Кто позволил вам выставлять охрану в форме? Охрану? В форме? Где? Где? У известного вам дома. Это невозможно, ваше высокоблагородие. Ну не вы, значит, ваши сотрудники сошли с ума. Так, где этот ваш умник-поручик? Он действительно сейчас там, возле того дома. Но он не в форме. Он всегда в форме. Разрешите продемонстрировать, ваше высокоблагородие. Вот. Странно. Позвольте. Но кто же тогда выставил там охрану? Клянусь, я не понимаю, в чем вы нас обвиняете. Это они. Они там. Так. Так, дайте мне адрес, я вышлю туда городовых. Нет, только не это. Городовые вспугнут их, разрешите действовать иначе. Сейчас министру не угрожает опасность. Павел Нестерович, будьте любезны, адрес. У нас сейчас есть шанс схватить руководителя организации. Екатеринский канал, дом 118. Вовек не забуду. Мамка моя. Талант. Шаляпин. Ей-богу, Шаляпин. Передайте вашему начальнику, что Дмитрий Сергеевич будет очень на него разгневан. На кого? На вашего начальника. Он зачем вам дал приказ здесь стоять? Не знаю. Ну вот, не знаете, стоите. Я передам. Передайте, не забудьте. А то Диди его разжалует. Мы не хотим здесь охраны. Что-то не то. А что? Не могу понять. Да вроде все тихо. Да офицер какой-то странный. Вы смешной такой. А завтра придете? Приду. Смотрите у меня. Евграфий Петрович, у него сабли нет! У кого? У поручика, у него сегодня сабля должна быть! Да! Боже мой, а ну залет мне! По всей видимости, эти дураки... Садитесь, садитесь.
восприняли вас за своего. Это славно. Следовательно, наш расчет верен. Только туда уже возвращаться нельзя. Конечно, ни в коем случае. Ни в коем случае. И что же будем делать? А сколько времени? Почти полдень. 2 часа собрания кабинета в Мариинском дворце. День-день-день. Они все там будут. День-день-день. Ну что, сможете? Я все смогу. Нет. Все не надо. Просто войти, сказать, что вы с письмом лично министру Сипягину, потом выстрелить в него, все, больше ничего. Я смогу. Отдохните пока. Время есть. Нужен голубой конверт и бумага. Будем писать приговор. Последние часы безвестности. Кровью униженных приговор подписан. Еще одно движение, и Россия содрогнется волей одного человека. И этот человек – я. Отличные слова. Пора. Опустите руку. Сколько можно держать под козырек? Послушайте, если у вас какие-то проблемы, вы боитесь или не уверены в себе, скажите, мы все отменим. Нет, нет, я столько ждал этого дня. Я готов. Просто немного волнуюсь. Сейчас это пройдет. У меня к вам просьба, Григорий. Вот мои дневники. Давайте. В них вся моя жизнь, весь мой путь в революцию. Быть может, через несколько часов они станут реликвией. Да. Если что-то сорвется, вы почувствуете, что дело не клеится, возвращайтесь в гостиницу. Да? Я буду ждать вас там. Вы слышите меня? Да. Все, дальше вы идете один. Прошу вас, Григорий, дневники не должны пропасть. Хорошо. И главное, помните о спине. Ну, сбоку. Неужели непонятно, а? Даже самому тупому филеру ясно, что спугнуть нельзя. Водить, водить надо, пока в гнездо не привели. Да, жандармов там теперь тьма. Ага, веников много, а пару нет. Пал Нестрыч, но зачем они этих жандармов прислали? Это распоряжение начальника охранного отделения. Эх, зачем вы им адрес дали? Прекратить истерику. Сейчас думать надо. А что сейчас-то думать? Да ну ничего страшного-то еще не произошло. Министр-то жив. Слушай, Иван Карлович, я в твоих бомбах и пистолетах ни хрена не понимаю. И не лезу в них. И ты, мой сыск, не лезь.
покуда не узнает, что к чему! Сядьте! Так, что мы имеем? Террористы поняли, что они раскрыты. На Екатерининские каналы они больше не вернутся. Им надо торопиться. Что сегодня по расписанию у министра? Берг! Заседание кабинета министров. Во сколько? В 2 пополудню. Боже мой! Не успеем! Адъютант великого князя Сергея Александровича. Поручик Решетов II. Пакет для его высокопревосходительства министра внутренних дел. Лично в руки. Прошу доложить. Их высокопревосходительства еще не прибыли. Скоро будут. Обождите в его приемной 2-й этаж. Господа! Ваше высокопревосходительство, срочно! Адъютант великого князя Сергея Александровича с пакетом. Пакет для вашего высокопревосходительства лично в руки. Я понял. Благодарю вас. Поручик? А почему вы сегодня без сабли? А мне не нужна сабля. Согласна. У меня система Джона Браунинга. Как можно? Господи, как можно? С этими людьми только так и нужно поступать. Что вы стоите? Взять мерзавца! С этими людьми только так и нужно поступать. Взять его! С этими людьми только так и нужно поступать! Это мне личное. Прошу вас, господа, не читайте. Карету! У министра стреляли! Врача! Скорее врача! Приговор. Боевая организация эсеры. Какая чушь. Спасибо, Лидия Карловна. Ужас. Да жив я, Лидия Карловна, я жив, живой. Ой. Ты знаешь, мне ужасно жалко Сипягина. Понимаю, но он как раз победил. Разве это непонятно? Главный жандарм России, типичный солдафон, чванливый служака. А ведь, оказывается, любил и был любим. Нежные записки писал и погиб-то лишь потому, что ждал письма от любимой.
Живу от встречи до встречи с тобой и от письма до письма. Милая моя Липочка, все мысли только о близкой встрече с тобой. А хорошо бы нам в апреле съездить в Ниццу. Весной она вся пахнет елками. Степан Валерьянович, пойдемте. Апреля 1902 года от Рождества Христова Балмашова Степана Валерьяновича 1881 года рождения, потомственного дворянина, уроженца Архангельской губернии, приговорить к смертной казни через повешение.